скорость, равновесие и приручение непослушного мотоцикла. Скучно? А если попробовать к обычной езде добавить трюковую изюминку? Западные экстремалы стали настоящими первооткрывателями популярного сегодня стантрайдинга. Это не просто вид спорта, но и своеобразная субкультура. Но вот ее последователями становятся действительно избранные. Желание освоить любой трюк и преодоление собственного страха. Эти слагаемые дадут по-настоящему зрелищный результат. Надо сначала решить для себя, надо тебе это или нет. Потому что многие спрашивают, можно ли на этом мотоцикле кататься по городу и заниматься. Надо либо заниматься, либо кататься по городу, потому что мотоцикл полностью переделывается, на нем уже как бы нельзя ездить по городу. И чтобы что-то достичь, но надо много тренироваться. В своих шоу-программах стантрайдеры используют не только мотоциклы, но и квадроциклы. Правда, для соревнований подойдет только байк, причем хорошо подготовленный. На вид мотоцикл абсолютно обычный, но на самом деле изменено в нем практически все. Берется обычно стандартный спортбайк, на который устанавливаются там другие тормоза, дополнительные тормоза дублер, большой тормозной диск, звездочка для лучшего тягового момента, более большая. И мнется, как правило, бак, чтобы было в нем удобно сидеть. Напряженные соревнования и возможность обмена опытом между лучшими из лучших. Где как не на чемпионатах, у стантрайдеров есть возможность проявить себя. В каждой стране проводится чемпионат свой. Они являются открытыми и закрытыми. На закрытые чемпионаты не приглашаются как бы райдеры из других стран. На открытые чемпионаты приглашаются все желающие для того, чтобы поднять уровень, поделиться мнениями, там, умениями. Вот. В Беларуси проводится открытый чемпионат Беларуси ежегодно. Самое плодотворное для райдеров время летнее. Спорт хоть и молодой, но в жаркое время чемпионаты в европейских странах проходят практически каждые выходные. Техника выполнения, опасность трюков и скорость езды. Опытные стантрайдеры признаются, профессионально судить не менее сложно, чем кататься. Есть несколько судей, которые оценивают каждую свою какую-то позицию. Это сложность трюков, частота исполнения трюков, индивидуальный стиль райдера и разнообразие трюков. Вот эти четыре позиции оцениваются. Каждый судья выставляет свое количество баллов каждому участнику, прошедшему финальный этап. Очевидно, что спорт действительно травмоопасный, но 3 или 4 тренировки в неделю и некоторые элементы выполняются просто с закрытыми глазами. Рискнуть и все-таки прокатиться с ветерком решила и студия «Хорошего настроения». Адреналин и незабываемые эмоции. Без этого у стантрайдинга не появлялись бы все новые поклонники. Начинал я со скутера, с маленького, с такого. Увлечение мне привил мой папа. Мы ездили на чемпионат Германии в Хоффенхайм в этом году, в сентябре. Заняли, в общем-то, неплохие места. Искусство трюковой езды на мотоциклах испытывали на себе Анастасия Иванникова и Людмила Орлова. Утро. Студия «Хорошего настроения».